Всем привет! Вы на канале Алекса Уинда, зовут меня Алексей, и мы продолжаем играть в World of Warcraft. Так, какие у нас тут квесты есть поблизости, давайте. Так, нам еще осталось прокачать. Ну что? Нам осталось прокачать. Полтора уровня, да? Почти. Почти полтора уровня, да? Я служу королеве. Так, роща творения. В общем, поговорить с владычицей водопадов в низине мерцающих каскадов. Все мы служим. Чтобы время не терять, мы не будем читать весь текст, потому что на это чтение слишком много времени теряется. Так, а еще есть? Стоп, подожди. Давай-ка все посмотрим тут. Вдруг тут еще есть какие-то квесты с каких-нибудь сторон. Справа, слева. Еще где-то там. Нет, не видать, не видать. Это мы куда это, подожди. Ага, это вот туда нам. А это что у нас? Исчезновение в лесу. Ну, это мы потом уж, ладно, сделаем. Какой уровень-то персонажа хоть? 120 уже. Вот так вот. Вот одна такая фиолетовая штуковина упала нам. Шея. Гамгрисовый горжет, скорее всего. Ладно. Да, занесло нас куда-то. Далеко, далеко. Но вообще понятно, что здесь вот эта локация, она такая, можно сказать, что испытываешь отдых такой, блаженство, наслаждаешься визуальными всякими штуковинами. Вон, видишь, звезды кругом, вообще. Но если честно, мне кажется, я за них играть не буду. За этих я не буду играть, это точно. Здравствуй, леди Лунная Ягода тебя хвалила. Вот, потому что мне кажется, они какими-то немножечко, мягко говоря, не совсем воинственными, да, скажем так. Так, ну давай. Будь начеку. Роща творения. Так, завершаем. Подкрадывайся незаметно. Так, давай сразу леталку. Не торопись. Нужна помощь охотницы? Зов охоты. Завершаем. За королеву зимы. Пропавшие охотники. Так, что тут надо сделать? Найти Джинклу, Сиренкая, Рандаря и Аралона. Ну, блин, вина. Ой-ой-ой. Мои охотники и охотницы редко так опаздывают. Найди их. Найду, найду. Так. Экстремальные методы переработки. Убить друстов и забрать их оружие. Давай. Всегда попадай в цель. Ударим, откуда не ждут. Проблемы на берегу. Найти бригадира Тарадира на берегах жизни. За королеву и рощу. Так, еще где-то есть что-то? Сразу все квесты брать. И... Так, это что? Арденвельд приветствует тебя. Так, чинить не надо снаряжение, слава богу. Вот тут можно попродавать что-нибудь. Может, продадим что-нибудь. Продавать-то нечего особо пока. Может, только вот это? Шкатулка? Не знаю, не знаю.
темных землях. Куда же я его дел? Не, это что такое? 6 фрагментов. Откуда вот что у меня вот это вот? Я просто не знаю. Иногда просто смотришь в сумки и не понимаешь. Ничегошеньки вообще. Так. Океанское восстановление. Применяет к оружию постоянные чары время от времени, повышающий интеллект на 28. Океанское восстановление. Может наложить на посох? А? Чары, небесное наставление. Уже что-то есть у меня? Ладно. Бог с вами. Бог с вами. Так. Идем выполнять квесты. Потому что уже... Вот я всегда, я как на этих сумках залипну, и все, больше ни хрена не вижу, кроме этих сумок. А время идет, 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 идет. Так. Приветствую. Здорово. Разбить парочку яиц? Ну давай, с удовольствием. Так, мы о них... позаботимся. Убить хранителя яиц. Королева хранитель. Защищает нас. Давай будем мочить всех подряд. Чё? А это что такое? Ох, сколько здесь. Соберите 6 образцов гриса, огромных гормов. Давай, соберем. Так, как действуем-то? Даже не знаю. Просто бьем их, что ли? Ого! Да вы чё? Так. Здесь что? Сначала нужно выбрать цель. Нужно выбрать цель. Давай. И где? Где что? Что где? Опять что-то я не взял. Где этот долбанный гриз-то? Чё, я что-то не взял, что ли, опять? Нет, все, ничего не надо, все хорошо. Мне нужна цель. Так, ну я понял вас, то что вы хотите, чтобы я с этими гормами тут 2 дня их бил, да?
Так, яйца. Так, а это я так понял. Да нет, я не вижу никого пока. Хранитель яиц Тиом. А где он? Где-то прячется, да? Тиом. Так, яйца собираем. Что-то не вижу я Тиома пока. Куда-то сбежал, что ли, ничего? Где-то это под землей где-то сидит. Так, пойдем искать, где он там под землей сидит-то, этот Тиом. Где тут вход? Вот он, красавец, сидит, да? Давай, выходи. Так, Тиома замочили. Так, забираем яйца. Так, еще одно. Еще одно осталось. Вот оно. И теперь куда нам надо? Это здесь еще. Да? А, нет. Тут где-то. Идем искать. Вот вход. Ага. Хранитель яиц. Ждем, 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 ждем. Что это, какого уровня? 52-го? Ты смотри-ка. У Орды по-другому, что ли, прокачка? Так, с этим разобрались. Так, еще надо найти. Где-то вот здесь. Ну что, вон он. Сейчас с этим разберемся. Тоже туда пойдем.
Хорошо. Так, яйца собрали все? Яйца вроде все собрали. Какие положены? Так, что еще? А, еще и это не собрали. Как так? Так, готово. Так, надеюсь, ты меня потерял там. Тебе что-то нужно? Так, разбить парочку яиц. Сдаем. И мы о них позаботимся. Тоже сдаем. Так, принимаем. Опасная работа. Так, исцелить 10 раненых сильверов на берегах жизни. А теперь к следующей задаче. Еще что-то. Что это такое? Так, требуются припасы, больше панцирей. Ладно. Буду рада тебе помочь. Так. Приветствую. Лечись. То без лечения-то зачахнешь. Что тебе нужно? Расскажи мне о своем мире. Тебе что-то нужно? Квесты, конечно же, похожи. И зачастую повторяются. Сколько вот я таких квестов за всю игру сделал, я не знаю. Бесчисленное количество. Выходит дополнение. Обязательно вот такой квест есть. Раненых. Еще там что-нибудь, чешуйки собрать или еще какую-нибудь хрень. Так что особо чего-то оригинального квестах пока я не видел. Ну, может быть, гормы. Вот этих гормов надо было собирать. Или кормить гормов. Надо было, чтобы они за мной бежали. Может быть, только это. Хотя... Нет. И такое было тоже. Так что боюсь, что здесь оригинального пока я ничего не вижу такого. Все уже это было. Классический World of Warcraft, да? Немножечко видоизмененный, конечно. С новыми персонажами. Мне надо взять. Так, исцелить, пока я никого не вижу тут. Чего вы там все поналетели, а? Мушки. Чем могу помочь? Лечиться будем сейчас с тобой. Так, осталось 4.
Так, вижу еще. Вот, ты просто бегаешь. Еще смастерить. И выполняешь вот эти квесты. Потом ты прокачиваешься до 60-го. И выполняешь те же самые квесты еще по кругу. Потом еще, еще, еще. И так до тех пор, пока у тебя уровень экипировки не будет 200 уровня или выше. Так что смысл один. Прокачивайся до предела. Тогда чем будет могу тебе помочь? Удача. Будет тебе кван, да? А что такое кван, мы же знаем. Что такое кван? Это любовь, да? Престиж. Арден Вель приветствует еще? Тебя. И экипировка. World of Warcraft. Я служу королеве. Буду рад тебе помочь. Хорошо. Так, все. 10. Так, что еще? Ну-ка, давай глянем. Можно и пропустить. Опасная работа. Так, опасная работа. Ладно, пойдем. Опасная работа. Стоп. Что происходит? Что за квест? Дары леса. Гормы совсем озверели. Их нужно остановить. Добыть 3 ветки куликса. Опять. Что-то мне дают флейту какую-то. Так. Подойди к дереву. Куликс на берегу. Ты узнаешь его по светло-зеленым листьям. И сыграй для него, чтобы ритуал сработал. Давай. Все существует в равновесии. Давай, что? Идем. Вон оно, дерево. Надо же, а. Вот ведь твари, а. Увидели меня. Ну, давай. Ну, пчелки, держитесь. Хотел умирать. Хм. Красиво, красиво, красиво. Так, там что? Вижу, 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 вижу. Дерево. Что-то есть. Так, сейчас в обратную сторону надо. Ну, пока не видать. Эй! А, вон. Вон оно, дерево-красавица. Дерево-красавицы. Так. Не заметил я эту пчелку. Добро пожаловать в Арден Вельд.
Береги себя. Летит. Ага. Так, хорошо. Так, все вроде, да? Еще что-то? Привет. Ты смотри-ка, ты гордый Гормолов. Так, приманите 30 гормлингов к погонщику на берегах жизни. 30. Уверена, мы еще встретимся. Ох уж эти гормлинги. Вот это вот капец, просто капец. И чё? Куда? Тридцать? А, вон. Еще тех надо приманить. Пошли, пошли. Вот мы их подбираем, да? Потихонечку. Так вот раз, убираем. Потом подбираем вот здесь. Так, а где он стоит-то? Подожди. Вон там где-то его увидел. Вроде. То вот тут вот подбираем. Тут эти ходят. Будь они неладные, а. Сейчас попробуем просто сдать. Какую-то часть хотя бы. Ну-ка. Так, 9 всего. Че так мало? Давай вот этого большого убьем. Мне нужна цель. Этих соберем. Так, и еще найдем где-нибудь букашек этих. А их нигде нет. Букашек-то. Кроме как вон туда надо бежать. Собирать их, как всегда. Там эти ползают. Там оса. Может, вот так сделать? Потому что этот собирает, тоже бьет их. Так, все, пошли со мной. Еще кто-то есть тут? О, можно вот этих вот. Так, там оса летает. Там летает оса. Просто по 20 раз неохота. Ну, убивай же ее. Ну, пока я маловато собрал, надо еще вот собирать. Пошли так. Не будем драться сейчас. А просто бежим и все. Пофигу, отстанет. Ага, как я и думал. Как я и думал, так и получилось. 29.
Еще надо одну. Нормально, сейчас вон тех соберем и все. Так. Все. Готово. Арденвельд приветствует тебя. Прекрасно. Так, давай расскажи владычице. Поговорить с владычицей водопадов. В низе мерцающих каскадов. Тебе уже пора. Так, ладно. Пора так пора. Все, рванули. Вот туда нам надо теперь... Гормы, гормы, гормы. И вот так постепенно, да, и начинаешь учить вот эти названия. Мурлоки, гормы. Когда 10 квестов с ними выполнил. Чужаки не единственная опасность в лесу. Так, дальше. Мы еще встретимся. Многовековая мудрость. Так, найти старейшину Гвенну, старейшину Финана и Гроуномом Кроук. Ух, твою мать, все, пойдем скорее. Это название, это лучше не читать вообще. Убить 12 захватчиков. Берегись теней. Да-да-да. Так, а вот еще один квест. Чем могу помочь? Требуются припасы. Сдаю. А теперь к следующей задаче. Так. И тоже сдаем. Королева защищает нас. Так, кинжал 120, да? Ну, пока у нас есть посох, нам ничего не страшно, да? Угу. Куда Принять. Же я его дел? Пойдем, вначале разберемся с этим боссом мини. Может быть, это и не мини-босс, кто знает. Может быть, это достаточно существенный босс, который влияет на все. Так, оббегаем эту херотутеньку. Так, это не то, да? Или то? Вот оно. Жужжало. Подлюка, вот, честное слово. Даже не, иногда не знаешь, что лучше. На тебе. Готово. Так. Пошли сдавать сразу.
Я служу королеве. Готово, да? Дыша. Все мы служим королеве. Ух ты! Ты смотри-ка ты, а? Они времени не теряют. И чё лучше будет тогда? Подожди. Давай-ка глянем. Так, если я 128-й... Надеваю. Фонарь холодной чешуи. Это вот этот имеется в виду? Где он? Вот он точно. Давай пробуем. Так. 113. А так? Нет, хуже, да? Небесное наставление. Не знаю, не знаю. Фонарик-то видать, а вот кинжал-то что-то так себе. Не, давай вот этот пусть будет лучше. Это уж потом разберемся, там посмотрим. Если будет что-то для левой руки, что-то классное, тогда уж будем думать. Пока слабовато с этим бегать. Так, что дальше? Так, квест второй, найти Джинклу, Сиренкая и Рондара. Где их искать? Где он искать? Ну, я так понимаю, это где-то здесь. Так, журавель, ты какого хрена сюда бежишь? Мы тебя трогали. Так, оружие ночного народца. Не понял, вы что, убили кого-то? Друст, темный маг. Так, Рондара нашли. Мертвого, да? Печально. Пошли дальше искать что. За мной. Все за мной. А, хорошо, прекрасно. Всех мочим. Так, всех убиваем. Сейчас меня убьют. Ах ты, блин, тварь, все-таки убила. Собака. Ладно. Не получилось, не получилось. Будем знать, что не так все просто. Ну, куда деваться? Пробовать-то надо свои силы. Пока силы не попробуешь, знать не будешь, да? Так, еще один момент. Мне надо все время все-таки быть немножечко предусмотрительней. Предусмотрительней. Так. Хрен, блин. Воскресешься. Так. Кругом враги стоят.
Так, неплохо. Неплохо пока. Конечно, не идеально, но все-таки. Ты смотри, а с этих мелких нету ничего. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Так, еще. Еще одно оружие осталось, да? Так. Вон я вижу труп. Труп, мертвые люди лежат, да? Твою мать, а? Вдыхайте все, а? Так, с этим все. Джинку мертвый, да? Так, и последний кто-то остался у нас. Я не помню кто-то. Где-то здесь пещера, что ли? Так, не вижу пока. Так, кто где? Внизу, что ли? Так, найти сирен... Кто это такой-то? Сиренкай. В общем, нашли. Все убиты, да? А там что? Сдавать что-то надо или нет? Сюда! Скорее, пока тебя не увидели! Тебе нужна помощь дикой охоты? Капитан Егерь Корея велела явиться с докладом в рощу. Делай, что должен. Водопады захвачены. И, кажется, за нами погоня. Мы вернемся в рощу как можно скорее. Спасибо тебе. Так, и чё? Пойдем сдадим. Но чувствую, сейчас придется вернуться опять. Говори четко и только правду. Не щади свою добычу. Лес видит все. Так, опасные тотемы. Так, уничтожьте мерзкие тотемы. И убить трустов вместе с Кореем. Эти злобные создания познают ярость дикой охоты. Пошли. А, блин! Я чуть не офигел. Думал, сейчас все, нам конец. Так, это что? Корейн! Ты все такая же хитрая! Мне знаком этот голос, но он пал в бою. Ну-ка давай вон того будем мочить сейчас.
Так, ладно. А вон еще там один есть. Это тоже элитник был. А это что, Мишкарот? Мишкарот, ты нам не нужен, Мишкаротик. Все. Так, подожди-ка, что-то я не понял маленько. Там что? А, тотем. Давай. Знай свою добычу. Это был твой первый урок мне. Но сама ты его забыла. Ларкрон, что с тобой случилось? Так. Чё, куда дальше-то? Куда же дальше-то? Сюда, что ли? Пойдем. Посмотрим, что тут есть. Ага, вижу. Тотем. Еще один. Разве ты не узнаешь своих жертв? Их клинки, их лица под масками. Существа в масках? Значит, вот какая участь их ждет. Так, где еще тотемы? Есть? Так, это уже за пределы куда-то. Мы выходим. Так, 72. Тотема вообще не вижу, где еще. Где еще один тотем хотя бы. Хотя бы один тотем и все. Там уже убивает кто-то кого-то. Как всегда. Может, там где-нибудь? Сначала нужно выбрать цель.
У меня нет цели. Мне нужна цель. Когда начнем охоту? Так. Вот и все, да? Так, я не вижу. А, вот тут где-то. Вон это там. Я его ищу, ищу, не могу найти. Ты послала нас в западню, а теперь сама стала жертвой. И я тебя хорошо знаю. Довольно, Ларкрон. Если ты знаешь, кто я, то должен бояться. Я сражаюсь за Арденвельд. Так. Победить Ларкрона-охотника. Давай. Откачивай свои навыки. Шли побеждать будем сейчас. Хорошо, когда мы побеждаем, да? Надо его еще найти. Или он не прячется? Где-то здесь, да, он? Ну-ка. Покажись, враг честного народа. Где он там? Что-то я его не вижу. Вот он. Ну, в принципе, побеждаем. Я служу новому господину. Тому, кто увидит гибель Арденвельда. Тогда ты больше не охотник. Нет, моей жертве не победить меня снова. Бойся теней, Крейн. Короче, сбежал он, да? Ладно. Я всегда наготове. Слава. Верный друг стал лютым врагом. Мы должны его сразить. Ступай к мерцающим каскадам. Моя охота только началась. Так, пойдем сдавать квест и выполнять другие уже. Как туда? Сюда, что ли? Так, отлично. Я служу королеве. Я знаю тебя в лицо. Так, 120-й, да? ОПЦ. Супер. Так, принимаем возвращение Тирновал. Возвращение в Тирновал, точнее. Хорошо, давай. Я так переносил семена в моей старой роще. Ну-ка. Надеюсь, тебе это тоже пригодится. 140-й уровень. О-о-о, круто. Ладно. Сто десятый, да? Неплохо, неплохо, неплохо. Прокачка-то идет. Так, итого у меня уже 122 уровень. 122, да? Так, что получается? Две у меня шмотки теперь. Так.
шея 140-я и плечо 140-е. А, ну еще понятно. Работает, слава богу. Спина 8 уровень. Ладно. Неплохо, неплохо, неплохо. Так. Ну-ка. В Тирновал вернуться надо. А перед этим давай-ка мы вот это выполним. Вначале. А потом уж в Тирновал пойдем. Так, далеко пока не будем уходить никуда. Так. Ну что, эту серию буду заканчивать пока на сегодня. Так как уже она практически час длится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю всем удачи и всем пока-пока.